Ух ты ж! Очередной подкаст из серии «Сила мощь». Мы под мостом. Уже. Приехали на велосипедах сюда, да, вот наше место, где мы, бывает, иногда купаемся летом. Вода поднялась очень высоко, не видно бревен тех, которые раньше были всегда видны. Да. Зато, как холода не было, уже борщевики, блин, в этой груди. Чего ты хотел сказать? А, что бревно-то вон там? Ну, это не то бревно, это, мне кажется, новое принесло. В общем, вот. Такое местечко. Сейчас будем купаться, несмотря на то, что на улице хладрыга. Тут, в общем-то, 13 градусов. А тут под мостом-то вообще капец. Вот такая рыбина. Щука, да? Да я не знаю, вот такая щука, рыбина. Щука, скорее всего. Как с тобой прыгнула? Вот такая вот. А уже меньше. Сначала такой здоровый да показал. Вот так, ну ладно, где-то такая, я не знаю. Вот так вот. Сейчас будем купаться с такими рыбами. Как бы они не прихватили нам что. Ладно. А мы ж поймаем. Все, наблюдайте за нами. Ну чего? Все, мы пошли. Ой! Чуть не грубо. И с телефоном не буду, я не полезу. Ну, Тони первая, давай-ка я тебя сниму. Я здесь. Поглажь. Залезай, залезай. И по течению вперед. Нет, нет, нет. У меня ноги не... Холодно. Нифига себе! Ой, глубина такая! Видали? Тоня решила все-таки на быстринку и на глубину, давай. Вообще, да я скромничай, да, скромничай. Я хочу просто с головой. Давай, давай. И туда, туда, давай, давай. Не бойся, не бойся. Поплыви по течению немножко. Но там быстрая, да, она боится просто, что ее снесет. Ну проплыви хотя бы немножко. Холодно, да? Давай. Ух ты ж! Класс! Держи 5. Очередной подкаст из серии «Сила мощь». У нас сегодня утренняя велосипедная тренировка. Вот Тоня, он осваивает свой новый велик. У нее это первая поездка, потому что у нее до этого были велосипеды, но другие. Этот более современный, взрослый, все это взрослый велосипед реально. Поэтому ей тяжело, она учится передачи не переключать, поэтому мы тут ехали так прямо с напрягом, все получается. Мы приехали на наше место, куда мы часто приезжаем, до этого места 8 километров, теперь нам 8 ехать назад, мы назад еще, наверное, подальше поедем, через деревню проедем. Ну вот посмотрим, чтобы побольше захватить, чтобы в общей сумме километров 20 у нас было. Вот, а сейчас на улице 13 градусов. 13 градусов всего. Ну, правда, солнце помогает, да. А мы выкупались. Кстати, я попробую, может быть, если я буду монтировать, я вмонтирую в это видео наше купание. Это круто вообще было. А да, холодно. Такая там есть, вот прямо под мостом. Это мост, куда он называется. Там быстрина, с таким противоходом. Там плыть можно прямо на полную скорость. Очень быстро. И вот точка. Точка, хотел дочка, Тонечка. Дочка, Тонечка. Точка, я думаю, погодял бы, Точка. Вот. Тоже купалась, два раза заходила. Молодец вообще. В общем, короче, друзья, велосипед закаливаем. Это круто вообще. Аппетит на гулянце. Мотивирующий подкаст от семьи Шиловых. На канале Михаил Шилов и на канале Супер Тошка. Пока. А вон ребятенок устал после велотренировки. Сидит, релаксирует в гамаке, тащится, хотя на улице не жарко, но ей пока еще жарко, там остывает, балдеет лишь. Вот такие у нас тренировочки. Классно, как можно приехать и поболтаться в гамаке.